Буквально в эти минуты стало известно о смерти президента театра «Сатиры», народного артиста России Александра Ширвинта. По сообщению СМИ, 89-летнего Александра Анатольевича не стало в больнице. Точной причины трагедии не сообщается. В соцсетях уже выражают соболезнования семье артиста. Ох, умер Александр Ширвинт. Человек-глыба. Очень хотелось с ним поговорить, но не судьба. Высказалась по данному поводу телезвезда Ксения Собчак. В последние годы Александр Анатольевич действительно испытывал серьезные проблемы со здоровьем. СМИ сообщали о госпитализации актера из-за сердечной недостаточности. Поговаривали даже, что артист перенес сложную операцию на сердце, но в его окружении опровергли эту информацию. Он несколько раз проходил плановое исследование в клинике, как это и полагается в этом возрасте, отмечал директор театра «Сатиры» Мамед Агаев. В последние годы Александр Анатольевич действительно испытывал серьезные проблемы со здоровьем. СМИ сообщали о госпитализации актера из-за сердечной недостаточности. Поговаривали даже, что артист перенес сложную операцию на сердце, но в его окружении опровергли эту информацию. Он несколько раз проходил плановое исследование в клинике, как это и полагается в этом возрасте, отмечал директор театра «Сатиры» Мамед Агаев. В 2021 году Александр Анатольевич ушел с поста худрука театра «Сатиры», но был назначен на должность президента культурного учреждения. После завершения работы актер стал вести уединенную жизнь на даче. Его нередко можно было увидеть в личном блоге сына Михаила Ширвинта. Актер записывал монологи, в которых сквозило присущее ему невероятное чувство юмора. Поклонники восхищались им и желали крепкого здоровья. Александр Анатольевич, сил вам, бодрости. Вы для нас неиссякаемый источник юмора, интеллекта, интеллигентности. Живите долго всем на радость. Любим вас, уважаем безмерно. Какая ясность и живость ума. Многие могут позавидовать и поучиться. Браво! Какое счастье иметь такое чувство юмора. Какой же вы крутой дядька. Как повезло вашим близким, друзьям и нам всем, что вы у нас есть. Как же я люблю вас, мой самый любимый, лучший актер. Слушала бы и слушала вас бесконечно. Как здорово вы говорите о дружбе. Делилась публика еще недавно.